Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Самый голубой канал. Первый. Эрнст снял фильм о своем любовнике. У, возможно, главнейших геев шоу-бизнеса «Жемчужная свадьба». Недавно анонсировали фильм с озвученным названием «Мужчина в самом расцвете сил», посвященный Дмитрию Деброву, ведущему «Кто хочет стать миллионером». Ленту покажут на Первом канале уже 16 ноября. Неудивительно, что директор канала Константин Эрнст решил снять фильм именно о Деброве, ведь их связывают давние, очень тесные и теплые отношения. Они встретились, когда были сценаристами программы «Взгляд» еще в 89 году и с тех пор не отходили друг от друга ни на шаг. Карьерный рост Деброва всегда соответствовал положению Эрнста, когда Костя – режиссер «Взгляда», Дима там же сценарист. Когда же Эрнст стал главным продюсером ОРТ, Дебров моментально поднялся до художественного руководителя утреннего канала «Подъем», дочерний канал ОРТ. Гомосексуальные наклонности что Эрнста, что Деброва давно были на слуху, но никогда не муссировались. Видимо, Константин Львович хорошо объяснил своему предполагаемому любовнику, как не спалиться, даже вдвоем работая на самом голубом канале. Главное – завести молодую жену. И Константин, и Дмитрий последовали этому правилу аж по нескольку раз. Должно быть, когда жена для прикрытия уставала и хотела завести нормальные отношения, благородные геи ее отпускали. Эрнст даже посвятил последней свадьбе Деброва документальный фильм. Видимо, чтобы еще раз напомнить общественности – Дима – натурал. Вот только на этот раз Константин Львович сильно не угадал с форматом. Мужчина в самом расцвете сил уж сильно похож на подарок годовщине. Все-таки 30 лет вместе, считай, жемчужная свадьба. А вы как считаете? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!